Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов, узнавать что-то новое. Питер Деметс создает удивительные реалистичные деревянные скульптуры, которые кажутся живыми, вызывая впечатление, что вскоре эти скульптуры начнут дышать, ходить и говорить. Питеру Деметсу удалось в своих работах передавать и анатомически точные детали человеческих тел. У скульптора прекрасно развито чувство композиции и перспективы, что позволяет создавать настоящие шедевры. Теплые древесные тона настолько натуральны, что еще более усиливается впечатление, которое нельзя было бы произвести при применении красок. Большинство работ скульптора имеет относительно небольшие размеры. Это позволило устанавливать скульптуры в декоративные деревянные рамки, создав целую галерею уникальных работ. Он родился в 1969 году в Больцано, Италия. В 1993 Питер Деметс получил диплом магистра скульптуры и с этого времени участвует в многочисленных групповых и персональных выставках. Живет и работает в Италии. Вот все, что мне удалось найти о скульпторе Питер Деметс. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.